К 2025 году число людей, страдающих повышенным артериальным давлением, в мире увеличится до 1,5 миллиардов. Такие прогнозы. Почему артериальную гипертензию называют тихим убийцей? Что стоит за этим грозным термином? Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». 29 октября нас ожидает Всемирный день борьбы с инсультом, ну а текущая неделя в России посвящена контролю артериального давления. И я представляю нашего сегодняшнего гостя, это Гузель Бекбаева, врач-кардиолог Самарского областного кардиодиспансера. Мы рады, что вы вновь пришли к нам в гости. Здравствуйте. О контроле артериального давления как раз сегодня мы и хотим поговорить. Ну и прежде всего, наверное, давайте с терминами начнем разбираться. Что такое вообще артериальное давление? Откуда оно берется? Артериальное давление – это сила, с которой кровь воздействует на сосуды стенки. Точнее, на сосуды стенки. В системе кровообращения, в ее работе разделяют две фазы. Фаза первая – это систола, при которой происходит сокращение мышцы, и кровь продвигается по сосудам сердца к органам и тканям. Как раз-таки в этой фазе измеряется систолическое давление, которое называют верхним. Также есть диастолическое давление. Это измеряется в тот момент, когда происходит расслабление мышцы. Его еще называют нижним, когда происходит обратный, точнее уже кровь поступает снова в сердце. Систолическое давление, как правило, оно выше диастолического, и разница составляет порядка 40-50 миллиметров ртутного столба. А называют его еще пульсовым давлением. А вот я сейчас примитивно очень скажу, возможно, я скажу что-то смешное. Ну, то есть мы же знаем, что давление измеряется двумя цифрами, там столько-то на столько-то. Правильно ли будет сказать, что верхняя цифра – это само давление, а нижнее – это расслабление. Ну, то есть, да, систолическое происходит во время сокращения, а диастолическое – во время расслабления мышцы, да, это все верно. Скажите, пожалуйста, вот артериальное давление, зависит ли оно от возраста, пола, времени суток, какой-то физической активности, стресса, может быть, других факторов? У одного и того же человека ведь в течение дня, наверное, если померить, оно разным будет? Определенно, да, потому что артериальное давление – это непостоянная величина, естественно, может меняться в течение дня. То есть некоторые пациенты говорят, у меня давление 120 и 80, да, а после физической нагрузки 160. Это, наверное, плохо. Нет, это неплохо. Это адекватная реакция организма на физическую нагрузку. Поэтому давление меняется и зависит от пола, возраста, веса, образа жизни и различных факторов. А вот эти цифры в течение жизни, я имею в виду норму, они в какую сторону они увеличиваются? То есть если там в 20 лет у тебя вот такое-то давление нормальное, то в 50 выше? То есть, если брать, например, дошкольников, среднее значение давления составляет 80-50 миллиметров ртутного столба, и для них это абсолютная норма, потому что в возрасте, там, 6 лет, сосуды эластичные, просвет сосудов шире. Так звучит устрашающе, 80 на 50. Обычно врачи спрашивают, вы живы? Да, это у взрослого человека. У подростков чуть выше, среднее значение 110-70, ну и с возрастом, соответственно, давление повышается. Но не должно быть выше 130-135 и 80 миллиметров ртутного столба. То есть давайте сейчас еще раз тогда обозначим нормальные цифры для среднего возраста. Это 130 верхняя, да, и 80 миллиметров ртутного столба. Да. Ну, наверное, не стоит впадать в панику, если чуть-чуть отличается, да, от этих норм. Почему все-таки необходимо контролировать давление? Какие риски связаны с колебаниями, отклонениями от нормы?
какие риски могут быть у пациентов, да, с длительной гипертонической болезнью, с длительным повышением давления. Повышается риск инсультов в 7 раз, риск ишемической болезни сердца в 4 раза, атеросклероза нижних конечностей в 2 раза. Если же это злокачественная гипертония, нелеченная, и показатели там порядка 160-170 на 90 мм тутного столба, то повышается риск внезапной смерти на 50%. А можете объяснить, ну, повысилось давление, а почему должен случиться инфаркт или инсульт от этого? Да, тоже некоторые пациенты тоже спрашивают, какая связь может быть с этим. А связь простая. Когда давление высокое, сосуды находятся в постоянном напряжении. Эластичность снижается, и, соответственно, сосуд сам и стенка становится очень уязвимой. Как бы и стирается, да, становится менее прочным. Я так примитивно пытаюсь все объяснить. Да. Уязвимой, и, соответственно, риск, то, что наложится холестерин, то есть липопротеин низкой плотности, мы его считаем плохим холестерином, и образуется бляшка, очень высокий риск. На эту бляшку может наложиться тромб. Тромб – это сгусток крови, который в последующем может перекрыть просвет сосуда. То есть может быть перекрыт коронарный кровоток, и, соответственно, будет инфаркт, некроз мышцы. Если же это вопрос касается головного мозга, да, то, соответственно, это будет инсульт. Также при длительной гипертонии может быть гипертрофия левого желудочка. Это что значит? Что левый желудочек увеличен в размере. Мышца становится жесткой и впоследствии может привести к сердечной недостаточности. Я вот такие цифры нашла, не знаю, насколько они вообще соответствуют действительности, что повышенное артериальное давление, ну, естественно, основной фактор развития преждевременной смерти и причина почти 10 миллионов смертей и более 200 миллионов случаев инвалидности в мире. Да, такое есть. Это соответствует действительности, да? А поэтому мы призываем измерять давление. То есть поступает много пациентов, которые говорят, мое рабочее давление составляет 180, я при этом чувствую себя хорошо. Угу. То есть пациенты не понимают, какие риски и осложнения могут быть. А также есть пациенты с низким давлением, 90 и 60, и чувствуют себя прекрасно. Но пациентов с гипотонией мы не берем, факторов рисков у них меньше, чем у пациентов с высоким давлением. Вот вы уже фактически-то предварили мой следующий вопрос. Я хотела спросить, что опаснее, все-таки гипертония, то есть повышенное давление, или гипотония пониженная? Опасна гипертония, потому что по последним данным, каждое повышение давление на 10 мм ртутного столба приводит к риску возникновения сердечных сосудистых заболеваний, точнее, увеличит его на 30%. А, насколько мне известно, гипертония бывает первичная и вторичная. Вот важно ли вообще нам это понимать? Если да, то что за этим стоит? Да, первичная гипертония составляет порядка 90% всей гипертонии, является как самостоятельное заболевание. А вторичная все-таки это осложнение какого-то заболевания, не напрямую связанное с сердцем. То есть нейрогенного генеза, эндокринологических заболеваний. Поэтому мы и дообследуем пациентам, когда к нам поступают они. То есть до обследования какое, помимо измерения давления, мы делаем электрокардиограмму, суточный мониторинг давления, консультация специалиста, эндокринолога, окулиста, невролога, УЗИ сердца. То есть все в комплексе. Берем анализы, биохимический анализ, общий анализ крови. То есть все в комбинации. И диагноз гипертоническую болезнь мы не ставим сразу. То есть если пациент пришел, и у него давление на приеме 160 или 170, это не показание к тому, что нужно ставить может, диагноз. Может, просто переволновался или очень быстро шел? Ну, также есть синдром белых халатов, когда пациент говорит, вот дома у меня все хорошо. Мини-стресс такой на вас. Да. Давление нормальное. Вот вас вижу, и давление повышается. Угу. Это абсолютно нормально. То есть это реакция на стресс, вы правы. Если все-таки есть подозрение у такого пациента на гипертонии, то мы вешаем суточный мониторинг давления.
ну, то есть на 24 часа. И если там цифры давления не выше нормы, то, соответственно, никакого лечения не предполагается. Вот вы сказали, что некоторые пациенты говорят, у меня давление 180, я себя прекрасно чувствую. Это означает, что ощущать повышение давления могут не все и не всегда. С этим ли связано второе название гипертонии «тихий убийца» и вообще почему? Да, да, гипертония называют «тихий убийца», потому что гипертония может протекать без симптома в течение 5-10 лет. Даже так? Пациент может чувствовать только слабость. Ну и, соответственно, на слабость никто не обращает сейчас внимания, учитывая образ жизни. Но, опять-таки, вот я считаю, что тонометр, да, должен быть у каждого в семье. Да, неважно, возраст молодой или более пожилой, обязательно нужно измерять давление. Ну, вот кому вы сейчас это рекомендуете? Ну, естественно, если уже диагноз стоит, гипертоническая болезнь. Это понятно, да. А если человек даже никогда об этом не задумывался, и, в общем... Если есть головокружение, мелькание мушек перед глазами, головная боль, самое первое эффективное – это измерить давление. Но, опять-таки, нужно понимать, как правильно измерять давление. Очень важно понимать, и я надеялась, что вы нам сегодня это объясните. Да, как измерять давление. Если это происходит, то у врача, то есть пациент приходит, он готовится, находится в течение 5-10 минут в покое, садится за стул, рука у него на столе, локоть на уровне сердца. Какая рука? Вот вопрос всегда задают пациентов. Мы читали, что надо именно на левой руке. А по факту для тонометра без разницы, какая рука, правая или левая. Кровоснабжение у нас происходит абсолютно одинаково. Но у, например, правшей, учитывая, что правая рука активнее, давление может быть на 10 мм выше, чем на левой. И это абсолютно нормально. Угу. И также, соответственно, у левшей. Поэтому на какой руке измерять, не особо важно. Главное, чтобы разница была небольшая, не больше 10 мм ртутного столба. Ну, а вы же замеряете давление человеку один раз, вот на прием к вам приходит, например, пациент, вы ему один раз меряете? Или три, как говорят некоторые врачи? Если пациент пришел первично, да, с жалобами на повышение давления, то мы ему измеряем не менее двух раз давление. А вот как это лучше делать дома? Дома нужно тоже измерять не менее двух раз и вести дневник контроля артериального давления. Чтобы облегчить что участь... Что там должно быть в дневнике? В дневнике систолическое, диастолическое, верхнее, нижнее, как мы говорим. Ну и записывает пульс пациента. Утром, вечером. Как это вообще для полноценной картины должно выглядеть? Если у пациента уже есть гипертоническая болезнь, и он находится на терапии лекарственной, то он обязательно должен измерять давление утром и вечером. Обязательно. Угу. Прием препаратов только под контролем давления. Ну а какие-то все-таки признаки могут натолкнуть на мысль, что не повысилось ли у меня давление? Что может, в принципе, человек в этот момент ощущать? Ну я повторюсь, головную боль. Повториться вот в данном случае очень полезно. Головокрушение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, одышка может быть. То есть если есть такая клиника, первым делом мы измеряем артериальное давление. Если эта симптоматика повторяется, и мы видим на тонометре высокие цифры, мы должны в первую очередь обратиться к врачу. Не терпеть, не пить таблетки, которые кто-то посоветовал, а сразу обратиться к врачу. Ну, кстати, хорошую тему вы затронули. Особенно же гипертоники знают и советуют тем, кто впервые столкнулся с этой проблемой. А вот у меня есть, я пью обычно вот это, тебе поможет. Человек выпивает, ему становится легче, видимо, и что в этом тогда и прекрасно, понизил он себе давление. Ну, иногда, да, везет, человек пьет таблетки, и давление снижается, и все хорошо. Но что нужно? Нужно обязательно обратиться к врачу и дообследоваться. Да, что мы должны предотвратить риск
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. А вот смотрите, почему это так опасно, повышенное давление? Еще раз хочу прямо акцентировать. Какие органы являются мишенями для него? Какие органы в организме человека? То есть страдает головной мозг. Да, мы говорили про осложнения, которые могут быть. Это инсульты, страдает сердце, это ишемическая болезнь сердца и, соответственно, инфаркты, которые могут быть. Страдают почки, глаза, то есть, в принципе, органы-мишени, данные, которые я перечислила. Какие сопутствующие заболевания могут быть особенно опасны для гипертоников? Ишемическая болезнь сердца, неврологическая симптоматика и диагнозы. Например, если это исключается, мы должны, прежде чем ставить гипертоническую болезнь, да, мы должны исключить вторичную по обследованию. Если мы исключаем вторичную, то мы уже знаем, что гипертония – это основное заболевание, и лечим по основному заболеванию. Еще помимо лечения медикаментозного, да, у нас есть факторы риска, которые мы можем убрать у пациента. Какие? Факторы риска – лишний вес, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни. То есть, когда мой пациент говорит, ну что, я должен в зал идти, там, качаться? Нет, какой это, ужас! Да, это нет. Плавание, бассейн, пешие прогулки, то есть ходьба. Этого достаточно. А вот правда ли, что в большинстве случаев все-таки причины артериальной гипертензии остаются неизвестными? Да, это правда. То есть практически причины неизвестны, но если это не вторичная гипертензия, да, только факторы риска, которые могут усугубить. То есть вы не можете сказать твердо, что, например, если у тебя в роду кто-то был гипертоником, то ты непременно будешь тоже? Наследственный фактор мы должны учитывать. Риск возникновения гипертонии у пациента, если у него у мамы гипертония, у бабушки гипертония, высок. И, соответственно, пациент, зная свою генетику, наследственность, должен обязательно обследоваться, начиная с молодого возраста. Давайте мы сейчас узнаем вместе со зрителями новости здравоохранения российского и регионального за эту неделю. И далее, наверное, уже поподробнее будем про лечение гипертонии говорить с вами. В Самарском троллейбусном депо номер 2 открылся пункт вакцинации для сотрудников. Процедура занимает около 5 минут. Можно сделать прививку от гриппа и коронавирусной инфекции. Такая практика на предприятии применяется третий год. Ученые Томского госуниверситета разработали метод диагностики рака кишечника на ранних стадиях. Исследователи нашли новый маркер, указывающий на наличие онкозаболевания. Выводы делают по анализу крови пациента. Более 680 тысяч жителей региона привились от гриппа. В наличии вакцины для взрослых, детей с 6-месячного возраста, подростков. В первую очередь прививают тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Непривитые россияне могут не сдавать ПЦР-тест при возвращении из зарубежных поездок. Такое постановление на днях принял Роспотребнадзор. Иностранные граждане и лица без гражданства также лишь заполняют анкету прибывающего. Ученые Сеченовского университета разработали новый способ лечения ожогов и травм – генератор специального кислорода. Такая терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжелых ожогов. Сейчас прибор проходит технические и биомедицинские испытания. Это программа «Звоните доктору». Мы возвращаемся в студию. Сейчас в России идет неделя контроля артериального давления. И об этом мы говорим с доктором, с врачом-кардиологом Самарского кардиодиспансера. Это Гузель Бикбаева. И мы продолжаем разговор про артериальную гипертензию. И вот скажите, для того, чтобы уже точно поставить диагноз, нужно какое-то прям глобальное обследование? Вы сказали, что там, один или два раза повышение давления – еще не является основанием для постановки диагноза? Да, было бы идеально, если пациент перед тем, как пойти к врачу, да, зная, что у него повышенное давление, вел дневник и измерил давление в течение недели. Недели хотя бы. Да, хотя бы неделя. И, соответственно, доктору будет быстрее и легче поставить диагноз гипертонической болезни, если цифры выше нормы. То есть это будет уже не один-два измерения, а будет уже порядка 30-40 измерений.
Вылечить это нельзя. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание. К сожалению, не как у РВИ, которое, да, вылечивается за 7 дней. Хроническое заболевание, которое требует постоянного приема лекарственных препаратов. Я подозреваю, что вот это проблема, да? Да, это проблема у пациентов. Почему? Когда к нам поступают пациенты с давлением 200 и выше, мы подбираем терапию гипотензивную. Выписываем, пациенту становится легче, угу. И пациент думает, зачем мне пить препараты? У меня давление 128, все у меня хорошо. И через пару дней у него случается гипертонический криз, ну и, соответственно, повышается риск возникновения инсультов. И тогда пациент приезжает и говорит, как же так, вот почему так случилось? Вы меня плохо лечите. Вы меня, наверное, плохо лечите. Когда начинаем расспросы, пациент говорит, я бросил пить, потому что себя чувствовал хорошо. То есть это первая ошибка, которую совершает пациент. Таблетки пьем пожизненно, даже если цифры... Плохо тебе, хорошо. Цифры давления нормальные. Это хорошо, что цифры давления нормальные. Значит, мы достигли того, чего хотели. То есть лечение все-таки медикаментозное? Лечение медикаментозное, ну то есть факторы риска убираем, я уже это сказала. То есть все в комбинации идет. Лишний вес играет большую роль, поэтому я акцентирую на это внимание. Нужно больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом для того, чтобы не было... То есть мы максимально убрали факторы риска. А вот что называют немедикаментозным лечением? То, о чем вы говорите, или что-то другое? Немедикаментозное, да, это мы убираем факторы риска, соответственно. То есть мы худеем, занимаемся спортом, бросаем? Да, для, например, с первой стадии первой степени достаточно убрать факторы риска, и, как правило, давление нормализуется. Ну, если давление не нормализуется, соответственно, назначается уже лекарственная терапия. А скажите, вот как осуществляется диспансерное наблюдение пациентов с повышенным, ну и, наверное, с пониженным давлением тоже? Их наблюдают раз в год, делают УЗИ сердца, электрокардиограмму, берут кровь обязательно, смотрят глюкозу, холестерин, липопротеин низкой плотности, вешают суточный мониторинг давления, ну и, соответственно, измеряют давление. И данные пациенты, которые уже длительно наблюдаются в поликлиниках, они ведут дневник. То есть есть пациенты, которые ведут дневник по несколько лет, и все это приносят врачу на консультацию. А есть вообще ситуации, когда человек все-таки привержен к лечению, он устранил факторы риска, пожизненно пьет таблетки и все, и к вам уже обращаться нет необходимости? Или это вот прямо из области фантастики такой? Нет, есть пациенты, которые привержены к терапии, и их достаточно, которые пьют препараты. Еще хочу сделать акцент на том, что если препарат помогает, его менять не нужно. То есть есть пациент, который говорит, я уже 5 лет пью, у меня все хорошо, но как же так? Надо, наверное, менять, все, что-то новое появляется. Если помогает, препарат не меняем. Сегодня есть факторы риска, которые, к сожалению, наверное, никому из нас устранить не удастся. Ну, это, во-первых, стрессовые ситуации, это недосыпание, люди сейчас очень много работают. Ну, по поводу питания, наверное, тоже не всегда можно контролировать качество продуктов. Сказывается ли это на том, что артериальное давление начинает повышаться вовсе не у пенсионеров, а у людей в более молодом возрасте? И да. Что делать-то с этим, собственно? Ну, вообще гипертоническая болезнь помолодела. Да, для того, чтобы все-таки убрать факторы риска, например, у пациента, который постоянно в стрессе, мы видим тенденцию к повышению. В дальнейшем это может привести к действительно гипертонической болезни сердца. Но сейчас есть такие специалисты, как психологи, которые борются, да, со стрессом. Мы работаем командой, то есть от него только один терапевт. Это эндокринологи, неврологи, окулисты, психологи, все в комбинации.
Вот. А еще бывают моменты, когда пациенту назначается терапия, например, монотерапия одним препаратом, он его пьет, но давление не снижается. И пациент говорит: мне не помогло, значит, врач плохой, и значит, вообще я не буду больше ничего пить. Ну, конечно. Да, такое тоже бывает. Нужно обратиться обязательно к врачу, да, для назначения комбинированной терапии. Если не хватает одного препарата, добавляют второй. То есть назначение идет методом проб и ошибок. То есть не с первого раза врач может попасть там, в терапию гипотензивную и назначить тот препарат, который действительно поможет. Это тоже труд, это время, поэтому я прошу пациентов не забивать на это, а всегда обращаться к врачу. Если же не хватает терапии, или наоборот, терапия сильная, когда давление снижается ниже нормы, там 80-50, то тоже нужно обратиться к врачу для коррекции дозировки. Но сам пациент не должен ни в коем случае отменять, заменять, убавлять, прибавлять препарат. Ни в коем случае не должен. Все по назначению врача. Врачи рекомендуют уже озаботиться контролем давления где-то после 30, да, правильно я говорю? Или это все-таки рано? Нет, не рано. В наше время уже не рано. Ну вот смотрите, когда тебе 30 с небольшим, все-таки организм еще имеет хороший ресурс, и думать об этом как-то просто странно, а уж тем более брать тонометр, записывать там показатели. Какой бы вы вот прям такой самый мощный аргумент привели для таких людей, которые думают, что, ну, может, после 50 займусь? Я уже говорила про осложнения, которые могут быть, да, соответственно, с повышением давления повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это не значит, что инфаркт произойдет там только в 50. Сейчас и инфаркты помолодели, то есть у нас достаточно пациентов, которые лежат у нас с инфарктами миокарда, которые не контролировали давление. Даже, например, водители, которые говорили: вот у меня давление 140, вечером там 160. Обязательно. Ну, ладно, да. Бывает 160, ничего страшного. На тот момент может быть ничего страшного. Но последствия, которые могут быть, вот они и страшны. Что они говорят по прошествии? Вот нам бы, конечно, сейчас таких пациентов рядом посадить, да, и это было бы очень доходчиво. Но пациенты, как правило, не все пациенты винят себя в этом. Говорят: да? Мне недостаточно объяснили, а я вот не знал, мне не сказали. Ну, то есть пытаются все-таки ответственность с себя снять. Здоровье каждого пациента в первую очередь – это ответственность самого человека, самого пациента. Поэтому здоровье нужно беречь с молоду, обследование проходить как можно раньше. То есть есть симптоматика, идем, обследуемся. То есть не ждем, когда уже будет заболевание. То есть лечим на ранних этапах для того, чтобы ничего не осложнилось и не возникли серьезные заболевания. Ну, вот может быть текущая неделя контроля артериального давления как раз явится поводом для того, чтобы, ну, хотя бы попробовать обратить внимание на этот фактор здоровья и заняться им. Так что по совету доктора мы все идем в магазин за тонометрами. Благодарю вас за участие в программе. Со зрителями мы увидимся ровно через неделю. До свидания.